Всем привет! Меня зовут Лаврикова Даша. Мне 7 лет, я учусь во втором классе. В нашей семье все мастера своего дела. Я очень люблю рисовать. Хожу в кружок по рисованию, чтобы научиться рисовать красиво и качественно. Свои рисунки я развешиваю дома, дарю бабушкам или маме с папой. Папа у нас работает на большом предприятии и контролирует технику безопасности. От его работы зависит жизнь и здоровье тысячи людей в его компании. Мне очень нравится, когда он рассказывает про работу и присылает фотографии с работы. Моя мама работает геологом. Она знает, сколько полезных ископаемых есть в нашей земле. А еще она контролирует качество воды на работе. Вова у нас еще маленький, но и он уже мастер. Ему очень нравится чинить машины, что-то строить из конструктора. Я очень люблю свою семью. Когда я вырасту, я хочу стать как папа с мамой. Мастером своего дела. Вот я и рассказала вам о моей небольшой, но очень дружной семье.